Слушай, давай оберемся маленько, а то вон какой бардак везде, грязище какая. А ты что, не любишь нашу квартиру? Ты что, не патриот нашей квартиры? Нет, наоборот, я люблю ее, поэтому хочу здесь все убрать. Так если тебе здесь не нравится, кто тебя здесь держит? Езжай куда хочешь. Да я не хочу никуда уезжать, я просто убраться маленько хочу. Скажи спасибо, что окна не выбиты. А иди посмотри, у всех соседей окна выбиты. Сквозняк, у всех дует, а ты еще на что-то жалуешься. Скажи спасибо лучше, что у нас эти двери есть. 30 лет назад их здесь не было. Ты в курсе, что мы без дверей жили? Что ты несешь? Какие двери? Я просто хочу подмести пол, убрать мусор. Причем здесь это вообще? Мы здесь и неплохо с нашим мусором живем, и с нашей грязью. И твоих вот этих вот штучек нам не надо. Как тебе не стыдно? Ты в этой квартире родилась. Ты в этой квартире выросла, и ты еще на что-то жалуешься. Понятно, ты неблагодарна. Да мусор же везде, тараканы. Вон, смотри, какие ползают. Но ты знаешь, что тот, кто по-настоящему любит свою квартиру, тот не будет про своих тараканов и свой мусор гадости говорить. Даже проветрить нельзя. Не смей.